Илюх, ты колдун. Я шайтан. Ах, ты красавчик ты мой. В оригинальных бандосов, ну, с покраской реально беда. То есть она прям слазит, если сейчас ковырнуть ногтем, она полезет. Если краска послабее, то она как бы грубо там уже не царапками такими, ну, слазит. Где посильнее, вот такие царапки. То есть краска держится. Друзья, всем привет! Вот и подошло время годового отчета по приманкам, которые отработали у меня в этом сезоне. К сожалению, все приманки полностью я показать не смогу. Не собрал я их на сегодняшний момент все в одном месте. Но основная масса приманок в этом видео будет показана. В основном речь пойдет, конечно, о приманках, которые отработали у меня в Астраханской области на реке Ахтубе. Туда я больше всего в этом году ездил, ну и в принципе, как и раньше. Это мой любимый водоем, езжу туда с 6 лет, уже на протяжении 40 лет. Итак, друзья, самый любимый воблер у многих рыбаков, в том числе и у меня, это, конечно же, воблер-бандит и его реплики. У меня на протяжении многих уже лет, многих поездок, один из самых любимых воблеров – это воблер-уголек. Черный цвет, вот с такими желтыми пятнами бокам и вот с такими рыжими, я не знаю, какими-то вот такого цвета пятнами. Цвет очень уникальный и работает почти всегда. Я бы сказал, наверное, всегда. То есть это мой любимый цвет-разведчик. Итак, на первом месте, наверное, это уголек. На втором месте это белый ходок. Это его как бы братец, но противоположность. Если этот черный, то тот белый. Так, где он у меня? Вот. Воблер-бандит вот в таком исполнении. Это, кстати, воблер-бандит от компании Герман. То есть это не оригинальный бандос, это реплика. Это также уникальный цвет, они стоят приблизительно как бы, ну, у меня на одном, наверное, уровне, то есть баланс у них одинаковый. На самом деле, как черный ловит отлично, так и белый, но, повторюсь, черный у меня вот прямо, не знаю, в любимчиках, потому что, наверное, я верю, что именно вот на черном фоне вот эти ядовитые желтые пятна, они делают прям реально свое дело. Итак, второе место это вот такой белый ходок. Недавно появились новые цвета, ну как недавно, в принципе, все относительно. Появились новые цвета как и у оригинального бандита, так и у компании Герман, которая делает реплики. Довольно-таки неплохие и очень-очень уловистые. Итак, это вот такой цвет,
Я назвал его фиолетовый, хотя на самом деле, ну, от фиолетового здесь, ну, скажем, ну, что-то есть, но на самом деле не так уж и много. Вот этот цвет, он реально удивил меня, поразил меня и занял тоже лидирующее место, стал фаворитом в моих поездках. Отличный цвет, отлично ловит судака. Прям вот от души всем рекомендую. Друзья, если посмотреть внимательно, то данные приманки, оригинал и реплика от компании Герман, они немного отличаются. И отличаются именно тональностью. Вот они, разница. Внизу оригинал, наверху реплика. Кстати, глаз и на просвет, если это фиолетовый, то это даже какой-то голубой с фиолетовым. Вот это больше голубой, а это фиолетовый. Может быть, кстати, в цвете дело. Видишь? Пятна ярче и на просвет, но это, короче, голубой, а это фиолетовый чистый. И мне показалось, что реплика от компании Герман по какой-то причине, вот именно, мне кажется, по цветовой причине, ловит получше. Ну, на следующее место я не могу не поставить, это тоже, ну, для меня новинка, я недавно данный цвет для себя открыл, это оригинальный цвет от компании Бандит. Вот такой воблер. В таком исполнении. И данная приманка реально периодически прям просто удивляет. То есть никакие другие цвета сильно не ловят, а этот воблер, ну, прям в лидерах. Судак его прям обожает. Вроде бы ничего особенного. Вот посмотришь, как бы, да, и пройдешь мимо. Но данный цвет реально творит чудеса. Кстати, многие думают, что вот такие вот, ну, большие вот эти вот потертости, это тоже зубы. Нет, друзья мои, это как раз тройник. Если провести вот здесь тройником, то он как раз, то есть он как раз здесь и проходит. То есть это вот такие вот потертости, это от тройника. Вот это вот. Видите, они с двух сторон одинаковые. То есть, когда воблер играет, он трется. А вот, это реально зубы. Это все зубы. Еще один цвет от компании Бандит в оригинальном исполнении, в их исполнении, это вот такой воблер. Он также просто поражает по уловистости, ну, по крайней мере, судака, это точно. Отлично ловит, от души рекомендую. Продолжая тему, друзья мои, бандосов, нельзя не отметить и цвета красноголовики. Ну, я их в простонародье называю, и многие, может быть, другие называют. Это тампакс, причем как бы как классический, так и новогодний. Что же такое классический, что же такое новогодний? В этой руке это классика, белый с красным. В данной руке это новогодний. Тоже красная голова, но тело, оно вот с такими, ну скажем, переливами, блесками. Вот эти цвета, особенно вот новогодний, это также отличная приманка по судаку, по щуке, по любой рыбе. Ловят не только в Астраханской области, но и на водоемах Подмосковья, и на водоемах, скажем, без течения. Это водохранилище и, ну, всякие разноплановые озера. Тампакс, друзья мои, красноголовик, это вообще, наверное, классика по щуке. И также, повторюсь, это отличная приманка по судаку. Многие обратили внимание, что в моих видео данная приманка очень часто фигурирует. Есть цвета, которые вот реально всегда ловят. Это, наверное, с добавлением белого цвета. Белый, и там уже пошли разноплановые какие-то оттенки, полоски и тому подобное. К этим цветам относится и форелька, как от оригинала, так и от Германа. Но у оригинала она потемнее,
у Германа она вот посветлее. И мне кажется, что форелька от Герман, повторюсь, ловит лучше. Она вот какая-то более светлая. Если сравнить ее с оригиналом, у меня оригинала сейчас под рукой нету, то оригинал будет намного темнее. Приманка отлично ловит судака, и также рекомендую ее, ну, к себе в коллекцию положить в ящик там. Еще одна приманка тоже с добавлением белого, это так называемая зебра. Обратите внимание, у меня в принципе вот под рукой даже, я вам сейчас покажу ящики, в которых я храню приманки, под рукой всегда по две, по три, по две, по три штуки одинакового цвета, ну, ходовых позиций. Кстати, уголька у меня под рукой 4 штуки. Чуть попозже вам продемонстрирую это. Почему рекомендую иметь уловистые цвета, уловистые приманки в нескольких экземплярах? Все банально просто, друзья мои. Приманки – это расходники. И расходники зачастую не всегда удается спасти, даже имея отцеп. По бандосам можно вообще говорить очень много. И еще вот одна приманка с добавлением, опять же, белого. Вот приманки с добавлением белого можно брать почти всегда. То есть, ну, я, наверное, не знаю ни одной приманки, ну, вот реально не знаю ни одной приманки, которая бы белая приманка бы не ловила. Итак, это вот такой черноголовик, это красноголовик. Данные приманки, ну, окрестил я сифилитиками. Это вот черноголовик с такими вот там разноплановыми пятнами. Отлично ловит. Старая древняя приманка, кстати, это оригинал. Реплики у Германа пока такой нету. А вот данная приманка, красноголовик, тоже такой вот сифилитик. Какой-то непонятный, петрушка какая-то, да? Она есть как в оригинале, так и вот у компании Герман. У компании Герман, повторюсь, это реплики, и они стоят реально подешевле. Ловят также, а может быть даже и лучше определенные цвета. Фурнитура у них приблизительно одинаковая. Кому интересно, можете сравнить. Кстати, вот сейчас попытаюсь вам показать, что на самом деле даже тройники у приманок от Герман, они и побольше, и, по-моему, помощнее. Ну, проволока реально толще, и размер не намного, но больше. Дальше можно было, наверное, отметить приманки, ну, цвета хром. Кто-то называет их селедками, кто-то называет их серебром, кто-то хромом. Итак, классический хром изначально выглядел вот так. То есть это у меня сейчас в руке реплика, сделанная от компании Герман. На реплике я в основном ловлю от компании Герман очень давно. И они мне нравятся, поэтому сильно так не экспериментирую. Вот. Такая же есть оригинальная приманка. И вот именно оригинальная приманка в свое время, она очень сильно нашумела, в том числе и в моих видео. Это, ну, одна из любимых была. Мало было вообще цветов, вообще не было особо и реплик, скажем так, на Вобер Бандит. А у самого Бандита не так было много и цветов, там, может быть, с десяток всего. И вот 31-й цвет – это приманка, которая реально творила чудеса. Этот хром с белым вот таким пузом, темная спинка. Приманка косила судака. Также есть реплика у Герман, тоже хром, но по сути все то же самое, только рыжая пузо, не белая, а рыжая. Так вот, в определенные какие-то моменты именно вот это рыжая пузо, оно именно, ну, скажем, возбуждает больше судака и поклевок больше именно на этот 31 цвет. Ну, это не 31 цвет, подписан, видите, в уголке, как его правильное название. Ну, вот просто назову, как бы, да, вот этот хром именно с рыжим пузом. Также потом со временем стали появляться разноплановые, тоже вот такие, ну, назовем это какие-то натуралочки, хром. Потом их назвали уже битые стекла.
Это вот с такими переливами, что-то вот, да, как вот я до этого показывал, вот новогодний тампакс, вот что-то вот такого плана. Вот эти приманки тоже отлично ловят судака, и их надо иметь обязательно у себя в коробочке. Вот такой цвет, тоже вот битые стекла с такими переливами, тоже всегда ловит, и его реально от души рекомендую, иногда он творит прям чудеса, особенно по светлой такой погоде. Друзья, также у компании «Бандит» есть, помимо вот эти все приманки, это так называемые «Валидипы», есть еще у компании «Бандит», это вот оригинал компании «Бандит», суспендеры. И вот такой суспендер в таком цвете тоже отлично у меня, значит, ну, себя показал. Они отличаются реально. У суспендера лопатка узенькая. Как вам видно, давайте вот так попробую показать. А у Валидипа, это Валидип, а это суспендер. Видите, лопатки разные. Я на самом деле сначала как бы, ну, не сильно поверил в уловистость вот этой приманки. Потому что, ну, вроде бы как бы, да, и тот, они вроде бы по форме одинаковые, а лопатки у них разные. Думаю, как же они будут ловить. Но зря я ошибался, и данная, зря я сомневался, и данная приманка... модель суспендер бандосы офигенно ловят, и надеюсь, когда-нибудь возможно появятся на нее и реплики, скажем так, подешевле. Так, с хромом мы закончили. Есть цвета, которые также меня покорили. Это вот такой оригинальный бандос, отлично ловят вот по осени 100%. Ну и, друзья мои, есть, конечно же, классика, которая, ну, никуда без нее. Это вот такие вот желто-зеленые приманки, файтайгеры. Это в свое время были мои любимые цвета, мои любимые, скажем, приманки в таком окрасе. И они до сих пор ловят. И просто, ну, я по какой-то причине, наверное, больше стал что-то какие-то новые цвета экспериментировать. И немного подзабыл про него. Но вот этот данный цвет, он тоже очень сильно покосанный. И я на него периодически ловлю. Есть еще вот такой цвет. Так называемый Топтышкин я его назвал. К сожалению, я их все поотрывал. И вот в ноябрьской поездке, в последней, во второй части, я как раз ловил на него и говорил о нем. Это... Magic Harpoon, по-моему, реплика на Strike Pro. От компании Germont данная приманка, к сожалению, тоже их... Они тоже ловистые, но их сейчас просто вот можно взять только, наверное, у оригиналов, у Strike Pro. А у Germont, ну, по какой-то причине их пока нету. Не делают или прекратили делать, не знаю. Надеюсь, все будут делать. Тоже приманка очень ловистая. Но суть сейчас не о ней. Не ее ловил очень давно, а мы говорим о тех приманках, которые, ну, реально в этом году работали. Поэтому я говорю о цвете. Вот этот цвет... тоже очень уловистый. Реально очень уловистый. И если вы возьмете, вы не ошибетесь. Ну, скажем, бандос, да? Именно вот только в таком исполнении. Так, ну, вот такой цвет. Отлично тоже ловит. Если найдете, берите. Следующая приманка, друзья мои, это шпротина или бронза. Это вот такая приманочка, которая реально, особенно вот мне показалось поутру, если у вас такая приманка есть, если она ловит какие-то другие, скажем, моменты, вы напишите. Вот у меня данная приманка особенно поутру хорошо работает. Вот эти следы, это от тройника, вот эти большие, а вот эти все коцки, это судак. Ну, вот так она выглядит, когда новая. Данная приманка как хамелеон, она еще как-то цвет интересно меняет под разным углом.
Следующие приманки, друзья, это уже многим тоже известные приманки. Одна вот зелененькая с желтой головой, другая синенькая с желтой головой. Тоже с такими блесками, с переливами. Вот такая синенькая. И зелененькая. Еще одна приманка, тоже, ну, по сути, скажем, новинка у многих в коробочках. Это вот такой павлин. Возможно, вот эти желтые пятна, они также провоцируют судака. Приманка также очень уловистая и одна из моих любимых. Друзья, покажу еще три цвета, три приманки и перейду к следующим моделям. И в том числе там будет и трон. Трон — это очень уловистая приманка, которая заныривает до 10 метров, заглубляя вперед, забегая вперед. И приманка очень уловистая. Так, ну об этом немножко попозже. А сейчас еще, наверное, три цвета, которые, ну, невозможно, наверное, точно пройти мимо, потому что они реально очень уловистые. Вот такой черный с рыжим. Опять же, наверное, вот эти вот рыжие пятна на черном фоне отлично ловят судака. Ну, по крайней мере, в Астраханской области точно. Если кто-то разловил данный цвет где-то в другом месте, также поделитесь информацией. Это новинка от компании «Герман». Вышел цвет, по-моему, в этом году. Еще одна новинка этого года от компании «Герман». Они сделали вот такой какой-то золотистый цвет, тоже с черным и вот с этими кружками. Этот цвет тоже отлично ловит на судака, но по отзывам многих рыбаков, я так понял, что больше даже он по щуке. Опять же, напишите, какого хищника больше вы ловили на данный цвет. Это, опять же, новинка этого года, если кто-то успел разловить. Цвет очень интересный, с такими переливами. И он какой-то золотистый, с черным, что ли. Я почему-то думаю, что он будет фаворитом в 2023 году у многих рыбаков. И, друзья мои, напоследок вот такой цвет. Я даже не знаю, как его окрестить. Чем-то он напоминает мне, даже не знаю кого, но вот что-то в нем прям такое привлекательное, что-то вот говорящее есть. Но пока название я ему не придумал. Цвет отлично ловит судака и сама. Вот вам тоже очередное сравнение по отличию. Так, вот так, наверное, покажу. Внизу это оригинал, наверху это реплика. Как вы видите, если я скажу, что реплика будет ловить лучше, ну, возможно, кто-то со мной поспорит, а кто-то скажет, да, Илюх, действительно, скорее всего, она будет ловить лучше. Почему? Потому что, смотрите, черный фон, он явно выраженный. И на этом черном фоне прям, ну, реально явно выражены вот эти вот пятна. И голова более рыжая. Да? И, возможно, скорее всего, я, кстати, в 2023 году проверю это и скажу вам, оригинал лучше ловит или реплика. Повторюсь, реплика наверху. Итак, друзья мои, переходим дальше от бандосов уже, ну, по сути, к совсем другим приманкам. Не буду я чего-то там фантазировать и говорить. Следующая по рейтингу у меня идет приманка под названием «Трон». Ну, как ни крути. То есть, хочется, конечно, похвалить и «Юзури» «Кристал», и «Танцора» от «Рапала». Но вот как ни крути, сначала идет у меня «Трон», потом уже, наверное, «Танцор», «Юзури», там «Бомбер». И там, не знаю, какие-то другие, может быть, приманки, которые, ну, в данной поездке, в данном сезоне я не использовал, но у меня их много. Но реально по рейтингу на следующем месте идет трон. Кстати, многие, наверное, сейчас поинтересуются, скажут, Илюх, а где агрессор, где Халк-Халки? Друзья, в этом году, я не знаю почему, но я реально по какой-то причине мало уделял время именно халкообразным приманкам. Вот исправлю, в следующем году больше уделю время им. И, возможно, у меня трофеев будет больше, потому что на халкообразные приманки, на агрессоры, на халки, на какие-то другие реплики, я ловлю, опять же, на агрессоры и на оригиналы. Агрессоры — это от «Герман». И когда я ловил на халкообразные приманки, назовем их так, в скопе, то есть у меня больше было трофеев. Возможно,
в этом году меньше трофеев из-за того, что я по какой-то причине, не знаю почему, вот реально не знаю почему, я почему-то им уделял меньше времени. Вот даже сам вот сейчас анализирую ситуацию, я не могу понять, ну, почему, по какой причине я их не ставил. Ставил, ловил, видео это показывал, видео это видно, но не так много, как трон, не так много, как бандосы, образные приманки, не так даже много, как Юзури Кристалл 130 или 110 или тот же самый танцор. Вот этим приманкам я по какой-то причине в этом году уделял больше времени. Но, возможно, на все рук не хватает, а поэтому вот каким-то приманкам уделял больше времени. Итак, друзья мои, следующая приманка – это трон. Это, друзья мои, трон. Трон, друзья, это тоже уникальная приманка, которая очень-очень хорошо ловит судака и щуку. Причем, можно сказать, трофейную. Трон – реплика на фридайвер от компании «Герман». Опять же, на первое место я, наверное, ну, могу поставить, хотя нет, вот у трона, наверное, я бы на первое место поставил белые цвета. Не черный уголек, а именно белый. То есть, это классический Red Hat, красноголовик, белый с красным, то есть тампекс, да, простой. Он отлично ловит и, ну, по сути, идет на первом, наверное, месте из расцветок троновских. Дальше это белый ходок. Это вот ну, такой белый с такими какими-то вот, не знаю, ну, какими-то такими пятнами. У трона, кстати, очень интересная лопата. Которая позволяет данному воблеру заглубляться, ну, почти до 12 метров. А на минимальной глубине облавливать можно и на 5, на 6 метрах. Проводить приманку на коротке, скажем так. Ну вот для сравнения я ставлю обе приманки 120-е. И я ставлю хвост к хвосту и морда к морде. Ну плюс-минус какой-то миллиметр. И вот такая, друзья мои, не маленькая, назовем так это, мягкая лопатка. И по форме она, конечно, отличается. Дальше я бы, наверное, поставил, конечно, уголек, цвет зеленый, такой желто-зеленый, 217-й, как сейчас помню, это один из моих любимых цветов, повторюсь, и хром. Вот эти, друзья мои, наверное, 5 цветов именно у трона я бы выделил и рекомендовал вам. Не фантазируя и не увеличивая цветовую гамму. Но вот эти 5 цветов я реально от души прям рекомендую. Друзья мои, также должен отметить, в этом году я разловил, специально, значит, заказал у человека, спасибо ему огромное большое, чтобы он мне привез из-за границы. Данные приманки везли, по-моему, ну, не буду называть откуда, какая разница. Короче, из-за бугра их везли, потому что здесь у нас не найти. Это маленький фридайвер размера, по-моему, 90-го. То есть, если, грубо, оригинал или вот трон, он 120-й вот такого размера, то данный воблер, это, по-моему, 90-й. Так вот, вот этот 90-ик, тоже вот такой красноголовик, отлично ловит. И ловит просто на ура. Вот, я бы сказал так, что метет все подряд. Я в каком-то видео ставил его там на нескольких рыбалках, в том числе на храбалке. И данный воблерочек отлично ловил. Да, мел все подряд и неплохого трофейного судака. И также приносил, конечно, дрищей. Но воблер очень уловистый. Реально рекомендую, если найдете. И очень надеюсь, что когда-нибудь со временем, возможно, сделает компания «Герман» или, возможно, какая-то другая компания данную реплику. Друзья, от души рекомендую. Данный воблер просто кудесник. Очень надеюсь, что со временем, возможно, та же самая компания «Герман» сделает данную реплику. И приманка уже будет стоить в разы дешевле. На самом деле, вот эти фридайверы, что большие, что маленькие, на сегодняшний момент, ну, ценник, конечно, имеют космический. То есть, в районе 1000 рублей за воблер.
и найти их крайне еще тяжело, надо еще поискать. Так, дальше. Патронам мы закончим, то есть, значит, вот эти цвета, которые перечислил, реально от души рекомендую, и в коллекции Трон он должен присутствовать, потому что приманка, повторюсь, работает, ну, по сути, от 5 и до 12 метров. Если бандос я могу максимум загнать, ну, скажем, вот с плетенкой суффикс 0.18 мультиколор, я загоняю бандос до 8 метров, может быть, 8.1, прям на цыпочках, то Трона... На той же самой дистанции, кстати, на дистанции 30 метров, я говорю, да, на дистанции 30 метров с плетенкой суффикс 0.18 я загоняю бандос до 8-8.1 метров. Вот. Так вот, Трон на этой же дистанции я могу загнать до 10 метров. Разница довольно-таки приличная. Вот. И если я бандосом максимум могу тянуться до 8 метров, то Троном я могу пройтись уже смело по 8, по 9 метрам. И там поискать по 10 метрам, и там поискать клыкастую морду. Вот, поэтому Трона реально рекомендую, и Тронище он выручает, и он ловит. Там будут доказательства мои видосы. Так, дальше. Это все в сторонку, потом этот бардак весь разберу. Дальше, друзья мои, наверное, Рапала танцор, который капризно, не всегда, не у всех почему, и не везде. Но он ловит, и в том числе он ловит и у меня. На первое место, наверное, я опять поставлю вот белый с красным. То есть Red Hat, классика, красноголовик или, повторюсь, тампакс. Данный воблерочек выручает, и выручает многих рыбаков, и вообще танцорик порой очень сильно удивляет, особенно по трофейному судаку. Реально, от души рекомендую. Танцор – это в размере... Это в размере 30-футовый, значит, танцорик. Дальше по цветовому исполнению я бы поставил вот такой вот, ну, такого желтенького назовем, желто-рыжего. Вот такой вот интересный цвет. Рыжая пузо, темная спинка и такие вот бока у нее желтые с белым. Приманка реально очень уловистая, это тоже 30-футовик, и, повторюсь, в коллекции, в ящике стоит ее иметь. Еще один цвет танцорика от Рапала, это вот такой цвет, тоже желтенький, с красной головой, ну и какой-то такой серебристый он. Тоже иногда, ну, возможно, из-за того, что красноголовик, желтеньким, довольно-таки симпатичный, тоже вручает. Друзья мои, коли я затронул уже танцора, я должен, в принципе, показать обязательно и 20-футовый. 20-футовый танцор – это вообще очень уловистая приманка, и ловит она, по сути, везде и всегда. Цвета можно использовать те же самые, по сути, да, тот же самый Red Hat, красноголовик. Но я ставил немного другие, значит, цвета, из-за того, что данный воблер можно проводить и на 4 метрах, на 3,5 метрах. Он, по-моему, до 6 метров отлично идет, 20-футовый. Если 30-футовый заглубляется, ну, метров до 8, до 9, наверное, может быть, даже и поглубже, но я его глубже не гонял, до 8 метров загонял его запросто, 30-футовый танцор. А 20-футовый танцор, моя любимая глубина, наверное, от 4,5 до, там, до 6 метров, где-то вот в этом диапазоне. 5 метров – это, вот, ну, наверное, вообще просто отличная глубина для 20-футового танцора. Так вот, с того, что помельче, я и ставил, старался ставить, ну, по какой-то причине, мне так казалось, и я всегда так думал, если меньше глубина, то сильно ядовитый туда загонять не надо, что-нибудь да понатуральнее бы. Так вот, из натуралочек это вот такой цвет и вот такой цвет. Посмотрим их поближе сейчас. Вот такая натуралочка. Ну, шедевральная. Прям реально малечек. Ну и вот этот цвет. Опять же, белесый. С такой седой спиной и рыжим пузом. Вот эти два цвета прям реально очень хорошо ловит на глубине где-то 4,5-5 метров. Ой, слушай, возможно, трофей. Танцорик! Тын-тырин-тын-тын-тын! Верил я в тебя.
Так, танцор Раповский. У танцоров, у раповских танцоров довольно-таки большая линейка. У них есть еще и огромные приманки. Давайте просто вам вкратце покажу, из ящичка достану. Это вот такие большие приманки, это уже 40-футовые. Они реально, ну, по сути, огромные. Если вот это 30-футовые, то вот это вот 40-футовые. И вот эти 40-футовые приманки, они, по идее, должны неплохо ловить русловую щуку, трофейного судака на ямах и сама. Но, честно скажу, пока я их не разловил. В них сильно не упирался. В принципе, по одной причине, что вот в этом сезоне почему-то судака я глубже, ну, 9 метров особо не находил. То есть пытался, лазил, но, к сожалению, возможно, поэтому и агрессоры я особо не ставил. Потому что на больших глубинах, ну, по какой-то причине судака я не находил. А моя основная добыча, моя основная цель – это судак. Сом, ну, и щука в приловах. Не особо люблю ловить щуку, потому что она слюнявая. Ну, и вообще, у меня как бы с ней, как это говорится, идем мы по разным дорожкам. Не по пути мне с ней. Хотя на малых реках я очень люблю ловить щуку. Итак, друзья мои, у танцора довольно-таки большая линейка, начиная вот этими 40-футовыми буратинками и заканчивая вообще малышами, которые можно неплохо использовать по глубинам, скажем, на 1,5-2 метра при ловле на троллинг, и также использовать маленькие приманочки при ловле заброс. Так, для сведения, если кто не знал, что есть и маленькие совсем танцорчики. Так. Следующая приманка, это, наверное... Итак, друзья мои, ну и следующая приманка, это бомбер. Бомбер 24 лонг, или их реплики. У меня под рукой, ну где-то, наверное, наверняка и есть оригинал, но опять же у меня Германы. Вот два цвета, которые бомбически ловят. То есть вот такой как бы интересный красноголовик с желтым серебром и натуралка, то есть тот же самый хром с черной спинкой и с рыжим пузом. Эти приманки — это 24 лонг, под бомбер 24 лонг, то есть это 85 размера, 85 миллиметров приманочка. Отлично играет, не вылетает. Вообще все приманки, которые я показал, они не вылетают. Это очень радует, потому что, допустим, есть реплики, не буду уже их озвучивать, но есть реально реплики на тот же самый бандос, которые вылетают. И по сути, ну слушайте, друзья мои, я плачу деньги, и порой даже реплика не дешевая, и зачем я еще должен что-то править? Меня лично это дело немножко подрастраивает, особенно когда клев короткий, и попадается приманка, она вроде бы как ловит, но в то же время вылетает. И приходится править ее. А править можно, поправить ее и за 2 минуты, а можно, как говорится, упариться и, значит, править ее и минут 10, а может быть, и, ну, меньше, больше там. Ну, короче, время тратить не хочется рыбацкое на нее. А когда ты уже устал и едешь домой, то знаешь, как-то на нее и забываешь, и, как говорится, уже не хочется и время тратить, потому что хочется уже поехать покушать и поспать. Короче, вот так. То есть мы, в принципе, платим деньги, а вы, друзья мои, делаете приманки, делаете их качественные. Так вот, в принципе, вот те приманки, которые я показал, они не вылетают, и мне с ними приятно работать. Одна из этих приманок также — это GG Bomb. Такое, знаете, незамудренное название под бомбер. Это от компании German. 85-я приманка. Повторюсь, под бомбер 85-й, под 24 лонг. Приманка, которая, безусловно, может занять даже первое место, если, допустим, делать топчик по маленьким приманкам, скажем, по небольшому заглублению. Приманка заглубляется, ей можно работать и на 2,5 метрах, и на 6 метрах. Средняя глубина, где она себя чувствует комфортно, это от 3,5 до 4 метров. Где-то вот 3,5-4,5 метра. Вот в этом диапазоне данная приманка будет на любом шнуре идти отлично, и вы будете ловить любую рыбу. Это, наверное, первое место вообще можно данной приманке отдать, если, повторюсь, речь зайдет о приманках вот этой глубины 3,5-4,5 метра. Реально приманка достойная, и ее стоит иметь у себя в коробках, и приманка очень уловистая, что оригинал,
Ну и в данном случае, вот я говорю о приманках от компании «Герман». Возможно, есть какие-то другие реплики. Друзья мои, повторюсь, реплик очень много. Я сталкивался и с хорошими, и с плохими. Тут уже не буду ничего говорить, и оспаривать, и доказывать. Я ловлю, многие знают, что я ловлю игру на оригиналы. И очень, я очень плотно ловлю на приманки от компании «Герман». Они мне очень нравятся. В свое время, одно время были какие-то недостатки у этих приманок. Но в целом, на сегодняшний момент много что исправили. И вообще, по сути, по качеству, я бы даже сказал, что они иногда даже получше, ну, вот, определенных брендов, и покрашены, и по тройникам, и по фурнитуре вообще в целом. Есть у германовских приманок определенные недостатки, там у некоторых тоже некоторые приманки вылетают. Это, допустим, замечательный воблер GO2, реплика на раповский Troll DD. Значит, воблер отлично приманка ловит, но она ловит, когда ее петельку поправишь. Петельку поправишь, и она ловит, ну, по сути, даже лучше оригинала. Да, друзья мои, ловит, когда поправишь петельку. Реально воблер очень уловистый, но тоже приходится править петельку. Я взял сейчас новые поставки, с новых поставок, не только GO2, сейчас вот немножко вам покажу. Тоже протестирую, посмотрю, исправили этот косяк или не исправили. Вот. Так вот, ладно, закончим сейчас. У меня осталось буквально несколько приманок. Это приманки от Yuzuri, Crystal Minol. Crystal Minol. Малыш вот такой, это тоже 90-й, по-моему, врать не буду, опять не подписаны. Ну, короче, вот маленький размерчик, по-моему, 90-й. Красноголовик, тоже такой вот новогодний, отлично ловит, реально отлично ловит. Собирает, правда, все подряд, метет и окуня, и щуку, и судака. Возможно, даже и сама будет ловить, но я не ловил. Из-за своего маленького размера эти приманки метут все подряд. По сути, как и бомбер 80-й, по сути, как и фридайвер, малыш вот этот 90-й, да, и как любые другие мелкие приманки, юзурики, вот эти кристаллы, малыши, 90-й или 110-й, по-моему, 90-й они все-таки, вот 90-й, метут все подряд, но чтобы от нуля уйти, или вообще, грубо, если трофейного сильно нету, данные приманки незаменимы, они позволяют хоть что-то допоймать. Итак, друзья мои, ну а следующая приманка — это их старший братец Yuzuri Crystal Minol в 130-м исполнении, 130-й DD. Да, DD — это приставка, то есть deep, то есть с большим заглублением. Что вот этот 90-й или 110-й, точно не помню, DD с приставкой с большой лопатой. Что вот этот? У серии Crystal Minol есть еще воблерочки с маленькой лопаткой, которые заглубляются на глубины где-то до 1,5–2 метров, и они отлично ловят и в заброс, и также можно их использовать при троллинге. Но я их использую крайне редко, если только ловлю в заброс или, там, допустим, щуку где-то на малых реках, или, допустим, того же самого жереха там, или судака на мелководье, на косах. Так вот, значит, это, значит, 130-е Yuzuri Crystal Minol в диплом исполнении. Фиолетовый цвет, друзья мои, это бомбическая вещь, которая довольно-таки редкая уже. Я делал отдельный фильм, где данный воблер творит чудеса. То есть фиолетовый вот этот вот 130-й Crystal Minol я просто рекомендую. Кстати, я не знаю почему, но я маленького Crystal Minol вот такого фиолетового даже ни разу не видел. Очень даже интересно, почему. Вот, тоже вот такой вот, ну, назовем это тоже новогодний тампекс, красная голова и, значит, тело с переливами, с такими. Вот. И черный с белыми точками и с желтой головой, чем-то напоминающий уголька, но немножко как бы другая история, другая тема, другая покраска. Но тоже вот эти вот черное тело и вот эти какие-то белые точки, они, видно, свое дело делают. И судак данную приманку тоже очень любит.
Значит, по Crystal Minol, значит, я закончу. И напоследок, да, это, наверное, будут последние приманки, которые я в этом году, ну, скажем, купал. И не то, что купал, а на них ловил. Это Бальтазар. Бальтазар от компании Герман. Приманка плавающая. Приманка плавающая. И заглубляется максимум до 5 метров. Идеальный вариант дальней приманки — это 3,5, где-то 4 метра. Приманка ловит как щуку, так и судака. Отличная приманка, не вылетает, ровно идет, имеет интересную игру. Совсем другая игра, нежели у бандоса. И в определенные моменты данная приманка отлично ловит. Постараюсь как-то, как-нибудь собрать и сделать фильм. Или собрать, или, возможно, может быть, в следующем году прям показать какую-то одну рыбалку с этой приманкой. Приманка реально уловистая, и, друзья мои, от души ее рекомендую. Ей можно ловить как и в заброс, так и троллингом. Сейчас у нас видос, в принципе, идет, наверное, больше о троллинговых приманках, поэтому, ну, наверняка меня смотрит 90% троллингистов, поэтому при троллинговой ловле данная приманка не вылетает, отлично себя ведет и на течении, и в стоячей воде, и, повторюсь, отлично ловит и судака, и щуку. Рекомендую. Цвета есть разные. Мне больше нравится вот эта натуралочка. И классический Redhead. Итак, друзья мои, вот это все, наверное, из итогов 2022 года по моим приманкам, которые я ставил, которые я использовал, которые приманки мне принесли реально рыбы. И похоже, довольно-таки неплохо мне принесли рыбы. Покажу цвета, которые модели и цвета. Модели, в принципе, те же самые. Это бандосы, троны, агрессоры, голуту, танцоры, бальтазары. Ну, те цвета, которые реально мне нравятся, которые я чаще всего использую, которые у меня какие-то подвыбились, скажем так. Глуту взял вот на пробу проверить, будут вылетать или нет. Ну, вот сейчас сами посмотрите. Так, вот такой цвет красноголовик. В глуту он отлично ловит и щуку, и судака. Натуралочка. Как 32-й, синий с такой спинкой. Это вот три цвета по глуту. Так, вот четвертый цвет, кстати. Это черный с красным. Цвет тоже, на самом деле, очень отличный. И в данный момент мне очень понравилось, как эту партию покрасили. То есть голова реально прям вот, она как-то, ну скажем, плавно уходящая в черный цвет. И красного довольно-таки много. Взял тоже на пробу. Бандосы. Опять же, ходовые цвета, которые мне нравятся, я беру по 2, по 3 штуки, по запас беру. Таких у меня уже распакованных, наверное, штуки 3 есть. Вот еще парочку я себе взял. Цвет ловящий, поэтому, как говорится, пусть будет. Так, из бандосов что еще? Уголек. Из бандосов уголек. Уголька я тоже взял, бандосы, пару штук. Пусть будут, потому что приманка реально уловистая, и кому-то в подарок подарю. Бывает, отрываются. Что очень важно, у уголька пятна должны быть ядовитые, желтые. И вот данная партия, она как раз вот, реально имеет такой окрас. Я верю в то, что именно цвет, во-первых, цвет работает, цвет рулит. Я верю в цвета, что рыба их отличает, и в уловистость цветов я верю. И в оттенки цветовые я тоже, друзья мои, верю. Есть, допустим, определенный, допустим, красный цвет, который ловит, а есть красный цвет, который хуже ловит или вообще не ловит. Так, по воблерам, по бандосам дальше, значит, ну, соответственно, фиолетовый. Фиолетовый нужен. Он ловит. Пополнил себе коллекцию еще такими. Троны. Уголек и красноголовик. Нужные цвета, нужные приманки.
Агрессоры, друзья мои. А, вот еще трон. Белый, само собой. Как же без него? Так, троны. Я давно не ставил, давно не ловил. И в 2023 году очень хочу, как говорится, продемонстрировать данные приманки. Это 150-е. 150-е в данный момент агрессоры. Халкообразные. Давайте их там как хотим, так и называем. Халки. Но халки давно уже не покупаю, не беру. Потому что халки реально стоят сейчас космических денег. Каких-то необоснованно вообще, почему они такие, в принципе, я говорю, оригинальный бандос, то он сейчас стоит недешево. В свое время оригинальный бандос стоил в районе, наверное, 350. Короче, в свое время оригинальный бандос стоил дороже реплики максимум на 200 рублей. Максимум. А сейчас он стоит чуть ли там не в 2, а то не в 3 раза дороже. Значит, агрессоры 150 размера. Данная приманка. А, и во-первых, обратите внимание, это агрессоры. Агрессоры, обратите внимание, это с пометкой V3. Что такое V3? V3 это 3 лопатки внутри. То есть агрессоры с пометкой V3 имеют 3 лопатки. По умолчанию стоит 8-метровая. В запасе лежит 5-метровая и 3-метровая. Так вот, с 8-метровой лопаткой отлично ловят судака и сама. Ставим 3-метровую лопатку, отлично будем ловить судака и щуку. С 5-метровой лопаткой, в принципе, мне приманки данные не очень нравятся. Хотя иногда ставлю и ловлю и судака отлично, и щуку. Но с 5-метровой лопаткой вобер начинает играть более интенсивно и очень сильно напрягает руку, спиннинг, скажем так, нагрузка идет сумасшедшая. И хочу заметить еще то, что с каждой лопаткой игра вобер меняется. То есть они не просто, допустим, там остается игра та же самая, а нет. С 8-метровой лопаткой, мне кажется, он идет даже более плавно. Вот. Не так сильно роет. Она, у нее пяточка закруглена. А вот с 5-метровой лопаткой воблер прям интенсивно прям работает, чуть ли не как крэнк, скажем так. С 3-метровой лопаткой он работает поплавнее, но лопатка прямая. И с 3-метровой лопаткой, ну, соответственно, игра тоже отличается вот она от всех. То есть 3 лопатки, 3 разные игры. И с 3-метровой лопаткой отлично ловить судака на мелководье и отлично ловить щуку. Ну, на том же самом, как бы, неглубоком каком-то там месте. 150-е агрессоры или халкообразные, халки, другие какие-то реплики. Отличные приманки по трофейной щуке, по трофейному судаку. Или тому же самому. Хочу в следующем году уделить им больше времени. Они отлично ловят на самой Волге. Ну и в принципе на Ахтубе тоже. На Волге это приманка по трофею номер один. Мало кто почему-то ее ставит. Я мало показываю, потому что на Волге я одно время я ловил. Где-то старые видосы есть. Но в последнее время туда что-то не доезжаю. Вот. Но в 23-м году надеюсь, что я покажу вам, на что способны 150-е модели агрессоров. Так, ну и, конечно, Су-25-е агрессоры. Это я взял, ну, беленького, вот, белого ходока, 253-й цвет. И два новых цвета. Это 269-й и 268-й. Они тоже беленькие и черенькие. Но уже с такими кружками. На вид данные приманки, ну, какие-то вот немного детские, что ли, скажем так. Что-то в них такое есть, не знаю, что-то непонятное. Что-то, вот, я не знаю, отталкивающее и притягивающее в то же время. Если белый цвет, сейчас вам откроем, покажу его поближе. Также это V3. С приставкой V3. Вот, значит, стоит 8-метровая и в пакетике лежит 2 лопатки, 3-метровая и 5-метровая. Кстати, в пакетиках еще и штыречки запасные. Итак, вот такой белый цвет. Вот эти рыженькие пятнышки, они так и остались. Ну и вот сам белый цвет, но вместо вот тех каких-то серебристых овалов сюда вот так вот сделали красный. Я больше чем уверен, что цвет будет ловить.
цвет будет ловить, и он будет ловить стопудово щуку с, такой окрас, с таким окрасом. А вот по судаку, не знаю. Вот буду пробовать в 23-м году. То есть в следующем году буду пробовать. Ну, цвет интересный. Пополнил себе и раполовскими цветами. Это вот этот, значит, оригинальчик под малька в размере в большом и в маленьком. Ну, точнее, в среднем 30 футов и 20 футов взял. Потому что приманка реально очень интересная. По старой цене, как говорится, отхватил. Шатрап отлично работает по щуке 100%. И иногда ловит неплохо судака. Но по щуке ловит, щуку ловит отменно. Ну и бальтазаров. Взял два бальтазара. Тоже красноголовик. И вот такой желтый интересный цвет по судаку, я думаю, будет тоже работать. Все, друзья мои, всем рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Ну и с наступающим Новым годом! Так, а если вы будете летом смотреть? А пофиг! Все равно с наступающим Новым годом!